Ну да, привет. Привет. Хорошо. Как дела? Как дела? Но почему я говорю по-русски? Поэтому, что я смотрел такой очень интересный фильм в Ютубе. В этом фильме такой человек говорит по-польски. Но что такое интересное в этом, что он говорит по-польски? Но поэтому, что он из России. Но он не поляк. Он из Новосибирска. И он делает такой подкаст Russian Progress. Он очень интересный. Подкаст очень интересный. Мне нравится. Но я думаю, что Ото, что он, Артём, этот человек, очень интересный. Но он, что он сделал в Инстаграме? Он сделал такие... Ну, он говорил, вы давайте мне вопросы, но я буду отвечать на ваши вопросы, но эти вопросы могут быть в разных языках. Но и там были вопросы на украине, не, на украинский нет, на русский, на польский, на испанский, на португальский, на английский, на немецкий. Очень интересно, но он все эти языки знает. Очень хорошо говорит, на по-польски очень хорошо. Мне нравится, как он говорит по-польски. Я по-русски так не говорю, как он говорит по-польски. Но я думал, но он очень интеллигентный. Мне нравится. Но я бы хотел сказать вам, что, ну да, вы, может быть, что вы не полиглоты. Но я знаю, я говорю на русском языке, но это интересно. Но меня, я думаю, что, окей, вы не полиглоты, может, але вы хотите говорить по-английски, по-немецки, вы очень много работаете, либо нет очень много. У меня такие, я подумал, что дуже важно, это по-русски, по-украински, ну не знаю, очень, это дуже важно по-украински. Очень важно, чтобы у вас была мотивация. Но не только мотивация, но тоже так систематика. Ну, потому что очень много работы учиться языка. Поэтому что я вижу, как я учусь узбекского языка. Но это очень быстро не идет. Мне нужно очень много работать. И я каждый день делаю, что читаю, смотрю фильм. У меня очень много уроков. Но поэтому, чтобы я знал язык. Но я думаю, что Артём очень интеллигентный. Он очень быстро учится языков. У него один год он говорит хорошо по-польски. По-немецки, я не знаю. Но очень быстро. У меня так быстро нет. Но я работаю с узбекским языком 2 года. Может быть, 3. Но интенсивно 1 год. Але, ну, 3 года. Но я очень хорошо не говорю по-узбекски. У меня я еще не могу читать книжек, не могу смотреть фильм. Ну, могу смотреть, могу читать, но я не понимаю, что я слушаю, что я читаю. Поэтому это не очень
легко. Но он говорит, как меня, он знает польский язык очень хорошо. Но я нет. Но я подумал, что мотивация – это одно. Но тоже треба знать, что окей, у меня может быть, что я так быстро не учусь. Но поэтому потребна систематика. Каждый день. И стресс – это не очень добрый стресс, чтобы говорить, о, у меня один год на ки, два года. Но я еще не говорю, не понимаю. Это плохо. Плохо. Это нехорошо. Вам треба думать. Окей, у меня два года. Но я буду еще делать, я буду еще работать. И потом я буду больше понимать, больше говорить. Ну и потом будет очень, очень красиво. Ну, это. Так могут быть. Но я вам спасибо, что вы за мной были. Я в парке сейчас гулям с моим собаком. Ну, и очень рад, что вы смотрели этот фильм. Тут нет светла, поэтому спасибо и до свидания. До свидания, пока.